И снова здрасте! Снова с вами Олд. Ну что, ладно, блин. Еще одну серийку сниму, хер с ним. Хочу дойти до этого метро, посмотреть, что я там с Альянсом разберусь и так далее, и так далее. Поставлю эту катушку Теслу и все. Наверное, я правильно, верной дорогой идет, товарищ. Вон впереди там враги маячат, блин. Так, хера себе, блин. Молодцы! Отлично, вы помогли мне тут, парни. Так, и куда мне идти тут? Почти пришел. О, статуя дружбы народа. Это ВДНХ, наверное, ихняя, американская, блин. Понятно. Привет, чувак, вы нашли Белый дом, площадь. Ух ты, блин. Белый дом. Службы. Где эти службы? А где вход-то? Тут радиация, блин. Через люк, может, какой-нибудь? Это не люк, это клумба, блин. Да? Где тут вход-то, товарищ? А, вон я на люк, блин. Класс службы, точно. О, отлично. Так, куда нам теперь? Куда идем мы с Петричком? Куда-то влево. Я думаю, надо влево идти. Пойдем сейчас это пройдем. Пойдем. Ой, слушай, надо ж меч достать. Блин. Кто-нибудь бы с китайским мечом попался, я бы хоть бы подремонтировал бы, блин. Пенсильвания Авеню, президентская ветка под этаж. О, мне сюда. Отлично, так. А теперь вот туда. О, блин, далеко. Куда-то. Ну, будем держаться правее. Тут тоже монстры в президентских ветках. Плохо тут нет ремонтных наборов. Как в Fallout'е Вегас там уже сделали. Если у тебя нету какой-нибудь хрени для ремонта, ничего страшного. Есть набор, бац, и отремонтировал. Блин, вот это я иду нахи. Не туда я. Другой дороги нет. Ты сука, блин. Неприятель. Какой я на тебя неприятель, блин. Я очень даже приятель. Приятнее меня вообще хер кого, блин, есть, сука, блин. Козел. Нету никаких, блин. Ну, тут вроде как есть дверь, но ее нет, блин. Я оттуда выскочил.
Музыку я специально приглушил, это потому как, блин, иначе меня тут всю монетизацию нахрен зарежут. Напишут, что я, блин, нарушил права. Развалилась наконец. Скоро меч мой, блин, тоже развалится. И петь. Все. Готов. О. Капитол. Отличное управление, да, вижу. Кто-то тут завис, блин, в метро. Оружие к бою. Статус оружия на готове. Вот видишь, как хорошо. Не надо ходить по рельсам. Надо ходить вот тут паркет, смотри даже. Наверное, сюда. А куда еще тут можно? Тут больше некуда идти. Колу мы тут не пьем. О, наверное, сюда. Кто там по мне стрелял? А. Готово. Коза драная. Так. Он тут прятался, что ли? В кабинетике. Ха! Пойдем, кабинетный мой рабочий. Захват. Анализ уровня угрозы красный. Основные системы не функционируют. Ух, да. Куда нам тут? О, налево. Можно уже меч этот менять, он сейчас все равно сломается. Так, это 37, это 33. Шишки баб. Ага. Внимание! Так, а что мне надо сделать-то?
А, найти вход к авиабазе Адамс, понятно. Территории президентского метро не допускается присутствие посторонних. Немедленно откройте этот терминал и подтвердите свои полномочия. Говорит. Внимание! Нарушение безопасности. Да. Система переведена в режим тревоги. Приготовиться к проверке безопасности. Устранить. Попытка идентификации локального пользователя. Ошибка идентификации. Терминал предназначен только для уполномоченного персонала. Пожалуйста, подтвердите. Ну и долго. И полномочия. Колебания, да, голосовых тонов указывают на ложь. Да. Дальнейшие попытки обмана. Повторяю. Я ищу тоннель, ведущий на базу ВВС Адамс. Информация о структуре системы президента. Понятно. Подтвердите свои. Повторяю. А зачем это? Наличие посторонних может угрожать безопасности системы президентского метро. Понятно. Повторяю запрос. Пожалуйста, мне просто нужно попасть на базу Адам. За полномочия не считается. От зараза. Вы нарушаете положение. Приятного нам дня. Вот зараза. Так, а что мне надо сделать-то, блин? Мне там что-то написали? Задание. Дополнить, устранить враждебные элементы, проникшие в президентский, найти. Этот еще не открывается, да? Открыть. О, блин. Понятно. Кто спас, кто смел, тот побеждает. Понятно. Задание. Найти вход к авиабазе. Прямо и направо. Ах ты, сука! Ракетами потрошителя, блин, это тебе не хер собачий.
Готов. Рай, блин. Офигеть! И этот уже, блин, сломался. Потрошитель. Офигеть! Это было нелегко. Я все оружие извел, блин. Так, и куда мне теперь, блин, пиндюрить? Направо куда-то. Антир-1. Тут непробиваемо. Прямо и налево. О, пускай этот там валит их. Так, электронный заряд. Прием в Сенате китайского посла Сюлиня. Сюлинь приехал. Назначенный на полдень 31 октября.
Так. Чем я же буду, блин, бить врагов-то у меня, блин? Готов. Раз ты выполз оттуда, возможно, мне туда. Не факт, конечно, но может быть. Прямо и справа там что-то. В смысле, слева, блин. Вон, наверное, здесь. Нет? Нет. Не, я там правильно пошел. Сейчас разберемся. Эту дверь нельзя, пока не подано напряжение. А, подать напряжение. Предохранитель. Иди этот предохранитель. Картотечные шкафы тут нету. Аптечка первой помощи. Здесь может. Расчеты прибыли. Может, у робота? О, главный предохранитель, точно. Отлично. Поехали, нечего там сражаться. Ух ты, помчались. Мы поедем, мы помчимся по метро. Бамс. Да уж. Герой, блин, Америки. Капитан Америка. Так, ладно, приехали куда-то. Приехали. Сохранить новое сохранение. А, мы все еще ищем найти код. Прямо и налево. А этот-то я не могу починить, не? Да ни хера не могу.
Есть. Так. Плазменная винтовка. Ремонт. Урон 42. Так. Ну-ка. Ну, чё, нормально. Дезинтегратор скоро выйдет, зато этот у меня. Из строя. Воюем, чем могу. Так, продолжаем движение. База ВВС. Задание пока не снес. Забрать распоряжение и снаряжение из контейнера, маркированного до обеспечения. Понятно. Эх, мне бы подремонтироваться. А тут я уже ничего не смогу смотаться, чтобы... О, следующий уровень. Оружие 99. Так, что у нас? 24 уровень. Идеальный баланс. А, нейтралом. Дорога в ад. Очень злым, без недостатков. Ага. Щеночки, блядь. Ну, это все как-то фигня. Исследователь, забрал химии. Крепкий хребет, это, конечно, хорошо. А, тут у меня уже все. Стальной кулак, прохвост, по нему вечное дитя. Халявщик. Точность. О, точность, пожалуй. Больше мне, в принципе, тут нечего сказать.
Где-то тут, блин. Наверное, вот здесь, в этом. А, вон он, ящик. До обеспечения. Пушка Тесла, приказы, микроядерная батарея, электронный заряд. Выполнено забрать распоряжение, найти терминал доступа, позволяющий опустить трап мобильной платформы. И куда это, блин? Ёпты, нихера себе. Тут даже на карте мира, блин, хер знает, куда идти. Тут кругом козлов полно, блин. Герасия! Дуэль, кто кого, блин? Топливо. Пистолет мне не нужен. Батарея давай сюда. Хотя на всякий случай возьмем. Все эти позбивал. Видишь, тут с одним, блин, мечом тут хер пройдешь. О, блин. Вот так вот. То мне говорили, что пушку Гаусса я там, блин, забыл. Ни хера я не забыл. Это я ее там не брал, а где надо, я ее взял. Кто-то меня тут палит. А вон она. Есть, блин. Так. Thank you.
Ух, зараза. Скоро выйдет из строя. Плазменная винтовка, микроядерная. Так, это у меня уже почти вышло из строя. Надо, блин. Но еще пока не вышел. Пока не вышел, стреляем. Зараза, десантник. Топливо для огнемета, батареи, это мы все берем. Пистолетик можно. Подремонтировать. Пушка Тесла. F5. Так, куда идем? До хера пробиваться. Сразу свалили. А если я пушку Теслу одену? Ой, подожди. Конец серии. Не, это не то. Гад, чем это он таким стреляет, блин? Гад.
говнюк. Сейчас завалю этих и пойду на перерыв. Все равно добьем их. Что-то как-то, блин, не попадаю в него. Далеко, что ли? Зараза, блин. Откуда он, блин? А, вон она, блин. Так. Так, ладно, добивать этих будем потом. Так, ну что, народ, блин, вот хотел одну серию, а вот так увлекся, блин, хочу ж довести до конца это все дело. Операция сложная, да, поэтому продолжаем движение вперед. Интересно. Давайте. Пока. До новой встречи. Завтра.